Сравниваем. Перчатки. У детского сада в Новом городке кипит работа. Местные жители, юнармейцы, глава округа, его заместители и депутаты активно взялись за озеленение территории нового дошкольного учреждения. Мы сегодня находимся на территории детского сада в Новом городке. Садик открылся у нас в феврале. И сейчас мы здесь вместе с родителями, местными жителями, депутатами нашими высаживаем 30 кустов сирени и 40 туй. Ежегодная акция «Лес Победы» – это не только про экологию. Жители Одинцовского округа занялись озеленением в память о своих предках, участниках Великой Отечественной. Символично и число высаженных деревьев – 1418. Ровно столько длилась самая кровопролитная война в истории человечества. Это всегда трепет, это всегда воспоминания, это наша память, это история, это свое немножко участие в общем большом деле, в общей памяти нашего народа. 15 мая акция «Лес Победы» прошла по всему Подмосковью. Жители высадили более 316 тысяч деревьев и кустарников. Крупнейшая в Одинцовском округе площадка работала на месте санитарной вырубки рядом с Савинской слободой. Участникам акции помогали сотрудники лесного хозяйства. Достаточно посадить саженец вот до корневой шейки. Ну, правильно, да. Вот. Теперь меч курицы рядом втыкайте с осеночкой. Прямо рядышком. Вот. Так. Прижимать. Нет, не надо его качать. На себя подтягивайте. Вы прижали снизу корневую систему. Теперь от себя вы корневую систему прижали сверху. Все, саженец у вас будет крепкий. Здесь высадили более 8 тысяч саженцев хвойных деревьев. Активное участие в акции приняли сотрудники Министерства ЖКХ региона. Удобрение для земли здесь появилось тоже благодаря им в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь». Это и важно для экологии, которую мы, безусловно, уделяем огромное внимание в нашей работе. И тот лес, который мы посадим, будет давать кислород много-много лет. Хочу отметить еще одну вещь, что при посадках мы используем щепу, которая перерабатывается на наших комплексах переработки отходов. В этом году участники акции «Лес Победы» в Одинцовском округе высадили деревья и кустарники на площади более 8 гектаров. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».